И снова всем привет! Друзья, товарищи, февраль месяц, великий месяц. Знаете, чем он велик? Многие тарологи на Ютубе были посрамлены жестко. Многие опозорились по полной. Февраль расставил все на свои места. Именно текущий месяц показал, у кого техника работы с Таро верная, а у кого нет. Я всегда говорил и буду продолжать говорить. Если толпа что-то делает, не следуйте за толпой. У толпы нет разума. Если толпа тарологов на Ютубе работает на камеру, не работайте так. Иначе вы пополните ряды горе-тарологов на Ютубе. Их сейчас не спасают ни сотни тысяч подписчиков, купленных за деньги, ни сотни тысяч просмотров, накрученных тоже за деньги. Люди все видят, все понимают. Одной женщине, якобы тарологу, на Ютубе. Я частенько в свободное время смотрю прогнозы других тарологов, в кавычках тарологов. Так вот, одной женщине, якобы тарологу на Ютубе, на события на Украине в феврале пришли карты со старшим арканом Страшный суд. Там другие карты были. Ну, в общем, главный, один был старший аркан, это Страшный суд. Знаете, какую трактовку она дала этому аркану? Ну вот, реально полный бред. Дословно я ее, конечно, сейчас не процитирую, но смысл такой. Трубы – это сообщение всего лишь. У нее колода была другая. В ее колоде на этой карте Страшный суд было много труб. Много труб. Так вот, с ее слов, много труб было изображено. С ее слов, трубы – это всего лишь сообщение, известие. Мол, пошумят, попугают на словах, и ничего не будет. Это просто жесть. Старший аркан Страшный суд на самом деле, друзья, товарищи, жуткая карта. Она говорит о глобальных переменах. Она говорит, что так, как было вчера, больше не будет. Мертвые встают из гробов. Это страшная карта. Нужно знать верную трактовку, иначе сядете в ложу. Многие тарологи, повторюсь, горе-тарологи, сели с Украиной в лужу в феврале месяце. Причем в такую, знаете, большую лужу. Утверждали, что ничего не будет. А вы смотрели мое видео? Какие карты Таро указали на начало вооруженного конфликта в Донбассе? Расклад от 3 февраля 2022. Обязательно посмотрите. И еще, если не видели, посмотрите другое мое видео. Какие карты Таро укажут на большую войну? Смотреть всем. Это надо знать. А теперь переходим к моему раскладу от 6 февраля. 2022 года. Заходите на мою страничку ВКонтакте. Профиль мой открыт. Подписываться не нужно. Я этим не болею. Вообще неинтересно, подпишитесь вы или нет. Мне по боку.
Слушать и смотреть все равно будете. Видите, что я написал? Привет друзьям, товарищам и случайным гостям. Этот расклад – настоящая загадка. Инструмент колода Таро «Небо и Земля». Перед вами ответ на вопрос, чего добивается политик Н, находясь на посту президента, какие у него цели. Легко сможете понять расклад, если смотрели все мои ролики на... Ссылку дал на свой YouTube-канал. Читали все мои комментарии. Никаких вопросов по этому раскладу не принимаю. Удачи! Вы видите, какие карты пришли? Дьявол, плюс десятка мечей, плюс императрица. Где вы такое сочетание уже раньше видели на моем канале? Правильно. Видео под названием «Какие карты Таро укажут на большую войну?» Смотреть всем это надо знать. Обратите внимание, в том видео я работал с колодой «Колесо года». А расклад от 6 февраля на моей страничке ВКонтакте уже на другой колоде «Небо и Земля». Однако обе колоды Таро мне верно дали ответ. О каком политике идет речь? И так всем понятно. Политик Н. Интуитивно понимал, нельзя на Ютубе размещать этот расклад. И сейчас я отказываюсь давать трактовку, свою трактовку этим картам. Понимайте их как хотите. То, что вы все сейчас наблюдаете, все это было мною верно предсказано в абсолютно разных раскладах, на разных колодах. Разные вопросы были мною заданы. Однако снова пришли дьявол плюс десятка мечей плюс императрица. Друзья, товарищи, когда будете работать с Таро, будьте осторожны. Не все расклады можно озвучивать, не все можно говорить. Если вам показывают, дают верные ответы, на вас ложится большая ответственность. Прежде чем что-то сказать, подумайте, можно ли. Будьте осторожны. Наши враги, враги нашего государства, не должны знать о планах руководства страны. Вы понимаете, о чем я говорю? Наши враги, враги России, не должны знать о планах руководства страны. И вообще, мой вам дружеский совет. На Россию в 2023 году пришел император. Так вот, мой вам всем дружеский совет. Будет жестко. Мой вам дружеский совет. Следите за своими словами, за тем, что пишете и говорите, что делаете в сети, не только. Какие группы поддерживаете, кому лайки ставите, смотрите. Советую свою страничку ВКонтакте, там в Одноклассниках, где там еще у вас, в Телеграм-каналах. Хорошенько подчистить. Ой, мой умный поймет. Ну, а за остальных можно и не думать. Возвращаясь к этому раскладу, на мой взгляд, здесь даже новичок поймет. Дьявол плюс десятка мечей плюс императрица, вы знаете, что это означает. Ну, а остальные карты, это на раз-два. Все легко читается. Вот такие цели у политика Н. Вот чего он добивается, находясь на посту президента. Одобряете вы это или нет, это отдельная тема. В этом ролике только то, как Таро четко и верно дает ответы на мои вопросы. Не будем здесь ничего лишнего говорить. Надо было или нет, надо было поступить так или вот так, раньше или сейчас. Все, точка. Дело сделано. На будущее, если пришли эти три карты, дьявол плюс десятка мечей плюс императрица, хорошенько задумайтесь, будьте крайне осторожны. Теперь, благодаря моим раскладам и моей работе на Ютубе, вы знаете, какие именно карты говорят о войне, показывают на боевые действия.
Что еще можно сказать? Друзья, товарищи, работайте с Таро. Но прежде чем что-то сказать или написать, хорошенько подумайте. И всем настоятельно рекомендую, используйте мой способ работы с Таро. Не на камеру. Это вам не развлечение. Это серьезный инструмент. Я когда беру колоду в руки, я такую энергию чувствую, вот от них исходит, от колоды. Я словами не могу передать. Это вам не развлечение, это серьезный инструмент. И если вы хотите развлекаться на камеру, пополните ряды горе-тарологов на Ютубе. Выбор за вами. Всем удачи!